что стоишь-то? Подвезти? Ну да, если можно, я заплачу. А я не таксист, я безработный. Ну, поехали. А я издалека. Да? Иностранец, что ли? Вперед садись. Тоже нет. Но я знаю, как добраться. А есть ванна поблизости или туалет? Конечно, есть. Вон. Ну и как тебе русская природа? Отлично. Смотри, что у меня есть. Дарили. Отлично. Почему ты говоришь одно и то же? Что? Ты говоришь то, что люди хотят услышать. Не знаю. Отлично. Что ты делаешь? Торможу. Нельзя брать девушек на дороге, оборую. Где ты ее видел? Привет. Вас подбросить? А куда вы направляетесь? Мне прямо туда. Прыгай. Надя, а вас? Откуда вы? Андрей, я из Тулы. Тульские пряники, а он? А он из Америки. Круто! Слушай, а ты из Нью-Йорка? Ну чего ты боишься, нет, как привидение? Я не боюсь. А зачем ты приехал в Россию? Тебе правда нравятся русские девушки? Честно-честно. А как тебя зовут? Дэвид, а вы чем занимаетесь, Надежда? Вы мне очень нравитесь. Сделай погромче! Заткнись, спи со мной, давай, заткнись, заткнись. Классные слова.